Всем привет, друзья! С вами Аня, и сегодня я покажу вам очень красивый и простой эксперимент, который каждый может сделать дома. Для этого нам нужно средство для мытья посуды, молоко и пищевые красители. Для начала подготовим красители. Нальем немного воды, выдавим пару капель красителя и хорошо перемешаем. Теперь все красители наберем в шприцы. Возьмем тарелку, нальем молоко и накапаем разные цвета. А теперь нам необходимо выдавить одну каплю моющего средства на красители. Реакция оказалась очень быстрая. Давайте повторим снова этот эксперимент, только сделаем рисунок более ярким и красочным. И снова капнем моющее средство. Краски очень красиво разошлись в молоке и продолжают двигаться. Секрет этого эксперимента очень простой. Моющее средство разрушает жир, который есть в молоке, и тем самым заставляет двигаться пищевой краситель. А теперь давайте попробуем сделать этот эксперимент немного по-другому. Нальем молоко и накапаем разные красители по кругу. Теперь нальем немного моющего средства на крышку и окунем в него ватную палочку. А сейчас мы будем по очереди опускать ватную палочку в разные красители. На этот раз получилось очень красиво. Это как яркий цветной взрыв в молоке. Мне очень понравился этот эксперимент, думаю, и вам тоже. Друзья, поддержите это видео лайком и напишите в комментариях, если вы дома тоже сделаете такой эксперимент. А сейчас ваши комментарии. А на сегодня все. Всем спасибо, что смотрите. Не пропускайте новые выпуски и подписывайтесь на канал. Всем пока!